Всем привет, ребята! Вы на канале Конфетки Фэмили. И сегодня я вам покажу, как сделать позинг фото. Вот одна моя работа. У меня сейчас эта работа стоит на аватарке в YouTube. Но перед началом ролика я хочу посоветовать мой телеграм-канал. Там проходят всякие разные конкурсы в Don't Me. И все такое. Так что обязательно подписывайся. Вы не обращайте внимания, меня не задонатили. Я просто хотела взять какой-то другой скин для позинга. Чуть-чуть новогодний. Ну что ты приперся? Тебе не рады. Ну вот. Давайте начнем. Чтобы сделать нашу саму позу, заходим в каталог аватар и нажимаем на... Наши прекрасные такие там будут звездочки. Потом на человечка Нубика и нажимаем на любую часть тела, которую будем имплантировать. Вот. И крутим эту штуку. Так. 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 А нет, у тебя серый трек. Да ну. А может быть, потому что желтый цвет Genshin Impact символизирует нацию Гео. Так, я сделал нашу позочку. Так, у меня что-то форма не сохранилась. Ну ладно. Так, берем, нажимаем на галерею цвет атрибута. И делаем любой цвет, который мы хотим. Так, цвет. Так, угол. Смотри, я яркость прожектора. Так. Так, возьмем с округлом. Уже ярко смотрится, согласитесь? Камера. Мне тут наоборот выглядит, очень мало. Вот так. Так, смешанную камеру еще раз. Вот так. Так, это чуть-чуть вот так приблизить. Все. Вот так у меня получилось. Давайте же мы... Мы сейчас фоткаем это все чудо. И переходим. И переходим в вот это приложение, которое сейчас на ваших экранах. Еще надо обрезать и сохранить. Я уже захожу. Добавляем слой. Так, все. Берем, нажимаем на плюсик. Ой, наоборот, добавляем. Наш фото. Потом мне его опять обрезать придется. Ну ладно. Вот. Дальше смотрите внимательно. Я нажимаю на вот эту кнопочку, чтобы добавить фон. Копировать слой. Первый слой мы... Нажимаем на глазик и стираем наш фон. Персонажа не стирать. Ну и наконец-то я закончила обрабатывать. Дальше мы
берем, включаем наш второй, первый слой. С третьего слоя мы никуда не уходим, а берем, меняем, нажимаем на кисточку, нажимаем на фильтр и ищем водяную каплю. И нам примерно надо найти. Я буду давать на 183. Вот так у нас будет все размыто. Убираем свет яркости от этого слоя. Ну, чуть-чуть надо, чтобы чуть-чуть подярче было. Вот так. У нас уже вот так уже обработано. Сохраняем и приходим в PixArt. Выбираем нашу фотку. Если вам надо, обрезаем. Так. Нажимаем на стикеры и ищем пузыри. Выбираем пузыри, те, которые нам больше всего понравятся. Например, вот эти. И размещаем их. Так. Ну, вот такой у нас позинг получился. Всем пока-пока!